Это сложный, конечно, вопрос. Сейчас я забыла, как это называется. Сегодня в гостях у редакции «Блокнот Волжский» полуфиналистка международного конкурса «Мисс Офис» Виктория Юдина. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Вик, расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет? Где ты училась? Может, что-то о семье? Мне 30 лет. Училась я в Волгоградской академии государственной службы. Специальность «Финансы и кредит». Начинала я работу свою в молодежной организации. Мы привлекали молодежь к мероприятиям. Были различные акции против курения, против наркотиков. У меня большой опыт работы на предвыборных кампаниях. Скажи, пожалуйста, почему ты решила принять участие в этом конкурсе? И я просто листала ленту, увидела рекламу, и я пошла на кастинг. Горожане захотят тебя поддержать на этом конкурсе? Может, ты предоставишь какую-то ссылку? Зайдя на мою страничку, в шапке есть ссылка на сайт, где можно зайти и проголосовать за меня.